Мой прадед Хальчени Андрей Савич родился в 1906 году в Белорусской ССР в Гомельской области, деревня Вышелов. По законам того времени он уже не подлежал призыву. Тогда он добровольно пошел в пункт сбора деревня Мышенка. Оттуда вместе с другими солдатами он прошел 570 километров и дошел до Харькова. Воевал под Сталинградом и Харьковом. После Сталинграда его войска отступили, тогда он попал в плен. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. Мой второй прадед Пысюк Григорий Иванович родился в 1918 году в Украинской ССР, деревня Глядки. Когда началась Великая Отечественная война, он уже проходил срочную службу. Большую часть войны провел на Кавказе, в пограничных войсках. В 1943 году его войска направили под Харьков, где он попал в плен. Оттуда его отправили на металлургическую базу в РУР. Освобожден был американскими войсками, затем передан советской армии. Я помню, я горжусь. Я хочу рассказать про своего прадедушку, воздушного стрелка-радиста, старшего сержанта Драгунова Ивана Васильевича. Он родился 1919 года, 23 февраля, в селе Нижний Майдан Лукояновского района. Не успев окончить Горьковскую летную авиашколу, был призван в армию. Всю войну выполнял боевые задания, летая на дальнем бомбардировщике на Ленинградском фронте. 21 июня 1944 года не вернулся с боевого задания Ил-4 в составе 4 человек, одним из которых был мой прадед. Из состава всего экипажа 23 февраля 1944 года в районе Карельского перешейка живым в финский плен попал только мой прадед. Он выпрыгнул на парашюте, но попал в тыл врага и принял на земле бой. В плену он пробыл недолго, его и многих других освободила Красная Армия. О событиях того времени он не любил рассказывать, вернувшись на родину. После плена его ждали многочисленные допросы и, к сожалению, лишение всех наград. Мой дедушка Потемкин Андрей Семенович родился 30 августа 1912 года. Освобождал Западную Украину от немецких захватчиков. Затем участвовал в Курской дуге, где получил орден славы третьей степени. Я помню, я горжусь. Моего прадеда звали Асташин Андрей Павлович. В 1941 году началась война. Когда немцы пришли к ним в деревню, отец Андрея прятал его в стогу сена, чтобы его не убили немцы. Когда немцы ушли, следом пришли русские. И Андрей пошел с ними на войну. 1944 года моего прадеда не стало. Родные не знали, где он умер, где он погиб и где он похоронен. Ничего о нем не знали. И 2 года назад близкие нашли о нем информацию. Он был рядовым солдатом. Похоронен в середине села Пистынь, в братской могиле. И там не только он, там еще 23 бойца. Я помню, я горжусь. Мой прадед Перевалов Иван Дмитриевич ушел на войну в июле 1941 года. 6 июля 1944 года в Белоруссии в боях за станцию он заметил 3 автомашины открыл огонь, в результате чего уничтожил 5 немцев. 4 марта 1945 года в боях за польский народ противник обстреливал дорогу, по которой осуществлялся перевоз боеприпасов. Мой прадед сам таскал на себе 60 штук мин, чем помог освободить город. У моего прадеда есть награды: орден Красной Звезды за отвагу и за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Я горжусь своим прадедом.